Здравствуйте! Вас приветствует Афиша и я, Юлия Север. Что интересного запланировано на эти выходные? Сейчас расскажу. В ночь 22 на 23 апреля Самара присоединится к акции «Библия-ночь». Это всероссийский фестиваль поддержку чтения. По всей стране библиотеки, книжные магазины, музеи, галереи откроют свои двери для гостей в вечернее время и подготовят увлекательные программы. В Самаре всех книголюбов, библиоманов и букинистов ждут Самарской областной библиотеки, библиотеки семейного чтения, Центральной городской детской областной библиотеки для слепых. Присоединяйтесь к этой акции. Дворец культуры «Металлург» в эту субботу станет центром притяжения всех талантливых мальчишек и девчонок. В стенах Дворца культуры пройдет фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Радуга талантов». Хореография, вокал, хоровое пение, инструментальное творчество и театральное искусство. В этих номинациях будут бороться коллективы из Самары и других городов России. Поддержать наших сможете 23 апреля в Дворце культуры «Металлург». 23 апреля состоится открытый городской хореографический конкурс-фестиваль «Веселые горошины». На сцене Дома культуры «Чайка» выступят самарские коллективы разных возрастов. Юные таланты и профессионалы, народники и исполнители классического танца. Танцевальную феерию сможет увидеть каждый. Вход свободный. В рамках 11-го международного фестиваля «Кино детям» в Дворце культуры «Чайка» пройдет показ анимационного фильма «Необыкновенное путешествие Серафимы». Сима Воскресенская, лишившаяся родителей в самом начале войны, живет в детском доме и втайне хранит ношейный крест, напоминающий ей о любимой семье. Однажды Сима знакомится с Ритой, девочкой, которая предлагает ей отправиться в загадочную каморку под лестницей. Кто бы мог подумать, что приглашение поможет Серафиме раскрыть тайну детского дома и пролить свет на судьбу родителей. 24 апреля Дом культуры «Чайка». Самых юных жителей нашего города приглашают актеры театра «Кукол». Кто самый обаятельный, самый красивый, самый умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил? Конечно же, Карлсон – забавный человек с моторчиком на спине. Его знают и любят дети всего мира за непоседливый нрав, неуемную фантазию, желание пошалить. Но больше всех, пожалуй, Карлсона любит малыш, ведь вместе им никогда не бывает скучно. Спектакль «Малыш и Карлсон» не пропустите в театре «Кукол» в это воскресенье. Что касается спортивной странички нашего города, то тут тоже есть о чем рассказать. 22 и 23 апреля в учебном центре «Грация» пройдут открытые городские соревнования по спортивной гимнастике. Вход свободный. Днем позже в стенах «Грации» состоится первенство по танцевальному спорту «Кубок Лободы». Пожалуй, на этом закончу. Вам, как всегда, желаю ярких выходных. До скорых встреч!